Ой, там много. Так что посмотрим мы на, так сказать, на то, на, как сказать, на серьезность этой заявочки. Абсолютно вытянутое тело, большой оборот, поворот. Я думала, надо сальто будет делать вперед. Поворот на 300, на даже 540, и уже оборот вперед, вращение пошли. Вот это всегда у меня, например, так это замирает, что называется, сердце, когда выполняют перелет с жерди на жерди, да, или нет, вот, и, вот в каком-то обратном, что в противовращении, ну, потому да, что да, всегда да. Кажется мне очень неплохо. Очень неплохо. Денис, вот, очень мне неплохо. Всегда кажется, что вот если сейчас вот они не цепляются за жердь, то падение происходит на спину, поэтому всегда вот сердце-то и замирает. Ну, молодец. Это естественно, но на то они и тренируются, и на то они и делают тысячное количество раз подходов, чтобы вот таких ощущений самим не испытать. Ну вот сейчас будет Кузнецова выступать на брусьях, но не буквально сейчас, разумеется, а будет она готовить снаряд, и насколько мы все-таки вот прочувствовали методику проведения соревнований, сначала все-таки дадут Юрию Крюкову отработать на